Итак, мы продолжаем. Что-то меня дисконнектнуло прямо отовсюду, и стримы отвалились, и вообще все как бы было плохо. Что произошло-то за эти несколько минут? Так, у вас там все хорошо? Twitch, YouTube, ВК, оно там все работает? Просто у меня как бы определенные сомнения на этот счет. Я уже иду и по привычке нажимаю пробел. Вон. Подождите, это же... Я уже боюсь этих ширм после того, что я встретил, ну... Вы помните вчерашнюю оперу? А я, к сожалению, помню. И это крайне печально. Привет! Давайте начнем с сегодняшних планов. Ну вот, да, это основной сюжет уже пошел, и здесь уже есть озвучка. А, особый отряд комиссии 10 владык по расследованию побега Хелиоби, также известный как охотники за привидениями, готов приступить к делу. Бонг. Не, Гуй точно стримерша, вот-вот. По всем признакам, она стримерша. Да, ага. А я Сушан в этой истории. Да. А, похоже, только у нас сегодня хорошее настроение, ну, типа. Хотя я бы не сказал, что у меня прям хорошее. Я так хочу спать. Малышка Гуй. Что за чудо снадобье ты приняла? Столько энергии? Ненергос называется, да-да-да. Каждый раз, когда я вижу, как растет число наших подписчиков, я так волнуюсь, что даже уснуть не могу. Бодрит лучше любого чая и кофе. Кстати, да, согласен. Везет тебе. На всякий раз, когда я закрываю глаза, мне снится, что я гоняюсь за госпожой Байлу. На во сне это даже утомительнее, чем наяву. Вам, ребят, никогда не снилось, что вы гоняете за маленьким дракончиком и пытаетесь его изловить? Ну ладно, у Сушан крайне странные сны. Крайне странные сны. Видимо, Тору до Гуи далеко, так я как бы до уровня Гуи и не хочу стрясать. Уф. Во мне никогда не было столько энергии. Шан-Шан, ты весь день проспала вообще-то. Ну это Нэри вчера. Ловля привидений – ночная работа, так что днем нужно отсыпаться. Поддерживаю. У меня есть идея. А давайте мы все сделаем вид, будто в меня вселился призрак сна. А ты позволишь мне поспать еще часиков 10, а потом зачтешь это как трудовой день. М? Ага. Ага. Угу. Энергетики не пейте, а дегустируйте. Не-не-не-не-не, там надо по-другому с ними обращаться. А можно мне так же? Кого-то ты мне напоминаешь, да? Меня, ребят, меня. Она прям меня напоминает. А как вчера, да. А, ты случаем с Тинтюэ не водишься? Вот прям один в один. А, она же играет в небесный нефрит там, в возвышающем святилище. Каждый раз, когда я хожу туда по делам, то я вижу ее с кучей других игроков. Держу в курсе, это на рабочем месте, но мы уже решили, что она это прям как Фокс, один в один. Даже судья ее знает. А, слава о ней просто гремит. Ну да. Самая знаменитая бездельница. Подождите, а о ком идет речь? Ну, я же говорю, о самой знаменитой бездельнице. Так. Ну, поехали. Вот, эта девушка. Вот, взгляни сюда. Лисички молятся. Угу. Снова опоздала на работу. Коллеги ведут себя странно. Ник, игрок в кости. Это она? Мне кажется, что это она. Плюс 45 тысяч подписчиков. Ребят, я готов лично, самолично взяться за расследование этого дела. Не буду раскрывать, в какой именно комиссии это произошло. Очень странные дела. Но придя сегодня на работу, я заметила, что атмосфера в офисе какая-то недружелюбная. Коллеги, бледные и нахмуренные, смотрят безучастно в одну точку и медленно слоняются туда-сюда. Это, ну, типичный понедельник мне напоминает, нет? Это же, ребят, ну это типичный понедельник на работе.
один в один. Мне стало любопытно, и я спросила, что же такое стряслось, но никто не произнес ни слова. По всей комиссии, по предсказаниям, так тревожно и жутко. Я до такой степени пере... В какой... Не буду раскрывать, в какой именно комиссии это произошло. Угу. По всей комиссии, по предсказаниям, так жутко и тревожно. Я до такой степени перепугалась, что даже не захотела играть в кости. Это она, да. Но на этом странности не закончились. Я решила улизнуть, пока никто не смотрит. Но по пути врезалась в Верховную Провидицу, а та даже не спросила про табель посещаемости. Лишь сказала, что я сегодня позже, чем обычно. Что-то точно происходит в этой комиссии. Не буду раскрывать, какой именно. Это она, ребят. Вы уже написали про Верховную Провидицу. Какой смысл скрывать название комиссии? Не один я это заметил. Понял. А разве это не комиссия по предсказаниям должна ловить привидений? Это юрисдикция комиссии 10 владык. О каких привидениях вообще речь? Видит Кара онлайн. Не придумал ник. Просто Видит Кара онлайн. Он. Если все вокруг кажутся одержимыми, кроме тебя, скорее всего, одержимый там именно ты. Да, человек, который пришел в понедельник на работу. Сообщите в комиссию по балансу. Читаю и ничего не чувствую. Очень страшно. Нет. Ладно, прям вообще не страшно. Прям вообще. Фанфик, а что в ХСРе делать, кроме сюжета? Ну, типа, все остальное скрывается автобоем. Сюжет — это, по сути, все, что есть в игре. А, кстати, блин, Эфирные Войны, они же еще не допройдены. Там же сюжет про Хрюшу. Надо бы обязательно допройти. Так. Поехали. Плюс... И еще новая техника экзорцизма одна. Ладно, плюс 45к подписчиков, погнали. Я серьезно отношусь к своей работе. И никогда не напишу. Как всегда, опоздала в публичном... в публичном сообществе. Сушан, кажется, ты пропустила самую интересную часть. Описание в описание в комментарии выглядит очень подозрительно. Похоже на активность Хириоби. А если у Хириоби получилось проникнуть в комиссию по предсказаниям, это означает большие неприятности для Лофу. Ты права. Возможно, нам стоит связаться с Цинтюэ и попросить ее не выходить сегодня на работу, а она будет очень рада. Подождите, ее о таком еще и просить нужно? А, кстати, хорошая идея. Отправим ей сообщение, иначе ее подведет собственное любопытство. Так, Тинтюэ, нормально все? Не ходи пока в комиссию. Не ходи пока в комиссию по предсказаниям, там может быть опасно. Сейчас просто ок. Не волнуйся, я только что сама все видела, вышла и сразу написала. Так что же именно произошло? Почему никто не работает? Короче, стой и охраняй вход. Идеально, ребят, идеально. Охраняй вход, Цинтюэ. Следи, чтобы никто не входил и не выходил из комиссии. Береги себя, мы почти на месте. Да, понятно. Теперь я настоящая привратница. Пон, погнали. Проницательность. Поехали. Так, уведомление отправлено. А теперь, когда... теперь нам стоит отправиться. Да, погнали. Давайте сначала поговорим с Цирос. А мы же ее киданули в прошлый раз. Получается, да. Так, Камара, не нам, задротом в ММО, чего-то о дрочеве говорить. Мы сами этим люто грешим, получается. Так, иди сюда. О, кстати, это будет разговор почти на равных сейчас, да, Рыська? Ну, ладно, нет, это не разговор на равных. Значит, вы заточили ее в матрице, да? Я слышала крики и других Хириоби, жаждущих выбраться. Похоже, у комиссии 10 владык все под контролем.
Чего ты еще хочешь от меня? Да мы скучаем просто. Тебе удалось вызвать у меня еще большее отвращение. Да-да-да, этого и добиваемся же. Она... Одна победа стоит одного вопроса. Не забывай о своем соглашении с генералом. А, мы все-таки и дальше пришли наваливать, да? Не будь столь уверена в победе до начала битвы, юное дитя. Без защиты хвоста. Не станет ли подчинение Хилёби слишком непосильной задачей? Ой, зря ты хвоста вспомнила. Знаешь, прими ты меня с открытым сердцем. Я бы завладела этим местом и помогла бы тебе. Правда? О боже, хо-хо. Конечно. Это я и хотела услышать. Ты так отчаянно пытаешься меня уговорить. А значит, сама не слишком уверена в победе. Была бы, поглотила бы нас без промедления. Да, Цирус? С каких пор Хо-Хо стала хитрой? Хорошо, будь по-твоему. Я уничтожу пешек Дзиньюаня здесь и сейчас. Блин, ни Лочи нет, ни Байлу нет, ни Гепарда нет, не. Сидят там в чате с Байлу, с Лочами. Так, а мы же тут справимся и так, да? Да, справимся, все. Это же не башня. Блин, какая же Цирус вот сейчас пафосная и какая же она бесполезная. Она там продолжает пафосно что-то говорить. Получилось. Она все еще там пафосно что-то бубнила в конце. Угу. Задавай свой вопрос. Она сейчас просто как груша для битья. Мы ее приходим, побьем, узнаем ответы и уходим. Че-то как-то ей грустно, наверное. Мы полагаем, что в комиссию по предсказаниям проник Хилёби. Но мы не знаем, кто он. Пройти через окно Сянджоу в будущее. Это мог быть только всполох. Ну и имена у них там. Он всегда преследует ваших пророков и провидцев. Спрашивает о судьбе, наблюдает, как они барахтаются в омуте между случайностью и предопределением. Судьба не предопределена же, алло. Да, и мы вспоминаем сюжет Фонтейна, да? Этому куску протеинов в твоей черепной коробке не хватает вычислительной мощности. Вы только гадаете о судьбе по аналогиям и иллюзиям. А не слишком она дерзкая для того, кто только что люлей получил? Вот у меня есть огромное желание по шапке кое-кому так легонечко. Но мы бесформенные, не такие, как вы. Когда мы собираемся для координации и наблюдения, судьба для нас — яркий и чистый свет, разгоняющий тьму. Во время сражения самое важное — уметь предсказать действия своего противника. Среди осколков Игномара, роль Сполоха — знать прошлое и предсказывать будущее. Понятно, предсказатель из мира Хилёби. Говорят, что во время судьбоносной битвы Сполох и чувствовал поражение, но Игномар не внял предупреждением. Похоже, что на этот раз у нас есть четкая цель. Идем. Но вообще-то не она пешка, так она вообще запечатана в цели ребенка. Она-то чё? Ее как бы и вариантов-то других нету. Может, я не могу так хорошо предсказывать, как в Сполох, лисичка. Но одно я знаю точно. Рано или поздно, ты будешь молить меня о помощи. Но мы по-прежнему можем тебе наварять и заставить помогать, так что...
пошли, лисичка, забей. Это мы еще посмотрим. Так, все, хуху, не слушай, пойдем. Эта поехавшая нам пока не нужна. Так, сейчас проверим, как там дела с охраной входа продвигаются. Нет, с этой задачей, по-моему, она должна хорошо справиться. Мое почтение. Смотрите-ка, стоит, охраняет, да? Идеальная для ее работа. О, ты тут. Это судья из комиссии 10 владык. А, что сейчас происходит внутри? А в комиссии по предсказаниям что-то случилось. Все ходят и бормочут. Там какая-то реорганизация сотрудников. Я подала плохой пример. Да, все ходят и не работают. Я думаю... Нет, госпожа Цинтюэ. Произошло нечто неожиданное. Не знаю, как объяснить. Давайте правду расскажем, чё. Она испугается и вообще на работу ходить не будет. А в комиссию по предсказаниям, возможно, проникло неизвестное существо. Если ты ворвешься туда, то можешь стать его целью. Но все, в ближайшее время на работу она не выйдет. Сушан, мы же должны действовать скрытно. Поздно уже. Я хочу, чтобы госпожа Тинцюэ поняла всю серьезность ситуации. Она и бровью не повела, если что. А, полагаю, что с госпожой Тинцюэ все будет хорошо. У существа, за которым мы охотимся, другая, непростая цель. Да вроде звучит как утешение, но в то же время... Ай, ладно. Пусть будет утешение. Ага. Тинцюэ, можешь постоять здесь на страже, пока мы займемся расследованием? Ну, мне кажется, это не самая лучшая идея. Ну, просто стоять здесь, пока существует такая опасность. Ну, ты можешь, конечно же, уйти, но... Подожди, ты что, хочешь пойти с нами? А ты разве не понимаешь, насколько все плохо? А, кстати, я думал без всяких шуток, что она собирается пойти домой отдыхать. Я был слишком плохого о ней мнения. Ладно, каюсь. Ага, прекрасно понимаю. Но если уйду сейчас, не будет ли это считаться за отсутствие без разрешения? Отлынивать от работы для меня не проблема. Но Верховная Провидица не потерпит, если я, ну, вообще не приду. Понятно. Она и рада как бы свалить, но... Боится, что премии решат. К тому же, вам явно нужен кто-то, кто сможет провести вас по комиссии по предсказаниям, верно? Пойдем. Пойдем. Так, а что происходит? Химия, не отходи от меня, ладно? Я чуть напугана. Чуть-чуть, капелюшечку. Вот прям... Хо-хо, прям чу... Блин, отец гемов. Прям самую-самую малость напугана. Конечно же, верим. На что они смотрят? И там цвет, по-моему, изменился на красный. Раньше он вроде бы как был синий, но это не точно. Они вообще в порядке? Ну, есть только один путь. Предсказание бессмысленно. Как такое могло произойти с матрицей предвидения? И как они это не предвидели? Смотрите, Верховная Провидица стоит в центре матрицы предвидения. Она делает. Хотя Цирус там сказала, что оно как бы из будущего там и все такое. Но все равно он какой-то слишком хитрый. Этот Хириоби. Судя по бормотанию, она проводит навигационные вычисления. Или предсказания. Но что-то не так. Матрица предвидения совсем не движется. Да, потому что, наверное, ей уже завладел Хириоби. Хириоби. Об этой опасности вы говорили. Подождите, Цинтюэ одного роста с Хо-Хо? Серьезно? Вы просто посмотрите, как Гу и Сушан на ее смотрят. Не, ну тут уровень маленькости просто зашкаливает. Я читала о них в книге.
Эссенция звездного огня, которая может трансформироваться. Она любит манипулировать мечтами и желаниями смертных. Хотите сказать, что Верховную Провидицу контролирует нечто подобное? Ну, получается, да. И как мы можем ее освободить? Байлу ниже Хохо. Ну, Байлу это... Ну, да, но все же. После одного она же ниже, ну да. Байлу не в счет, Байлу прям ребенок. А эти-то вон работницы и все такое. Да. Блин, сколько же мемов было, кстати, связано с ростом Фусюань? Это отдельный вид искусства просто. Аля, типа все, что видят остальные, что видят Фусюань. Можем попробовать гармонический колокольчик. Если будем достаточно близко, то сможем войти в иллюзию Хелиоби. Ой, начнется там какая-то задница, я чувствую, ладно. Трясем колокольчиком. Это же вход в иллюзию. А я чуть не хочу. Тишина! Я не допущу пустой болтовни в комиссии по предсказаниям. Верховная провидица, вы проснулись. А я бы так рано не радовался. Или нам стоит называть вас Всполох? Неважно, как вы меня назовете, ведь я глава комиссии по предсказаниям. Ля, какая агрессивная стала. Но раньше она так точно не разговаривала. Текущее предсказание достигло критического этапа, и никому не позволено прерывать процесс. Даже судье комиссии 10 владык и гости со Звездного экспресса. Цинцюэ, я сыта твоими нарушениями. Это ты привела этих чужаков в комиссию? Ты настолько безразлична ко всем правилам, которые я установила? Пу-пу-пу. Это, знаете, лицо человека, которого сейчас либо лишат премии, либо просто уволят. Вот примерно, да. Цинцюэ, настоящим указом я исключаю тебя из комиссии. А, да. Ее все же уволили. Меня? Это же... Проклятье. Теперь нас на одного человека меньше. Просто отлично! Я ожидал такой реакции от нее. Примерно такой реакции я от нее и ожидал. Она, видимо, собиралась увольняться. Она собиралась, но вот что-то ей не позволяло. А тут ее уволили сами, ну... Причем, да, Нари, тут прям чистый восторг. Тут настолько искренние эмоции. Я такой счастливой ее еще никогда не видел. Ой, моя работа здесь в самом деле была не очень продуктивной. Я бездельничала и играла в небесный нефрит. И это все за зарплату в комиссии. Это... Как же лучше сказать-то? Как же ей плевать? Компенсация без труда. Хорошая жизнь за чужой счет. Да. Но не совсем точное описание. А я бы назвала это так. Пустая растрата моей жизни. А спасибо, Верховная Провидица, за то, что подтолкнули меня. Раз вы считаете, что мои навыки заслуживают иного применения, самое время задуматься о переменах. В итоге, она пойдет сейчас вступать в какую-нибудь команду киберспортивную по звездному нефриту. И все. Блин, ну мы же изгоним из Фусюань эту дрянь.
И она же извинится и скажет, что она Цинцюя не увольняла. Мне вот там на ее реакцию посмотреть хочется. Прям искренне, прям очень хочется посмотреть. Но перед тем, как уйти, я должна помочь гостям навести порядок здесь, в комиссии. Иначе люди подумают, что меня уволили из-за того, что я струсила перед опасностью. Блин, она так счастлива была, но это же скоро закончится. Мне искренне ее жаль. Так, что дальше? Что будем теперь-то делать? Ах, драматические речи для моей начальницы, это, конечно, классно и все такое, но они не помогут освободиться от Хирюби, затуманившего ее разум. Я не понимаю, что нам делать. Хирюби не пытается поймать нас в ловушку внутри иллюзии, и не похоже, что он будет на нас нападать. Кстати, да, мы же не попали ни в какой лабиринт, что как бы странно. Затуманившего разум? Я еще никогда не была в столь здравом разуме, как сейчас. С этого момента я посвящаю себя предсказанию предопределенного общего будущего альянса Сянчжоу. И сделаю это будущее известным миру. Так, что для тех вся жизнь станет кристально ясна. Похоже, совсем тронулась. Знаю, что ты хочешь сказать. Избавь меня от лекции в духе «Человеческая мудрость сильнее природы» и этих нелепых замечаний о свободной воле. Это грубые иллюзии, порожденные мозгом. С самого начала существовал только один путь. Ты, Химия, всего лишь пешка, отданная на милость охотников за Сталароном. Но тут как бы по факту-то и возразить нечего. День, когда ты оказалась на экспрессе. Твои враги, твои путешествия. Все твои выборы, которые, как ты думаешь, свободные, всего лишь притоки большой реки, сходящиеся на пути судьбы. Твое путешествие на Сянчжоу, победа над Фантирией. А все это было заранее написанной пьесой «Раба судьбы», что скрыт в тенях. Даже в этот самый момент твой выбор так скуден. Взять битву и напасть на меня? Спорить со мной яростно и безуспешно? Или просто молчать? Вариант с битой выглядит как, ну, не самый плохой вариант, соглашусь, конечно. Нам нужен третий вариант, срочно. Ими, не слушай ее. Всегда есть еще один выбор. Блин, бросить в нее помидору, яйцо, там, я не знаю. Нам срочно нужен взять битву и напасть во всю лань. Спорить яростно и безус... Понятно. 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 Да я хочу... Чё я хочу? Спорить, главное, яростно и безуспешно, что как бы уже, да, намекает. Ладно. Берем в руки биту. Мне другого выбора не оставили. Подъем и падение потоков, продиктованные 3 граммами огонь и вода. Ты не сможешь противостоять этой силе. Ты не можешь даже надеяться победить меня. Ладно, посмотрим на пророчество. Если это бой с одной фазой, то, ну, здрасте, бой почти закончился. Фусюань говорит, сплошная защита, без атаки, вся твоя стратегия. Угу. Ок, ок, недалеко она от Цируса ушла. Ну уж, с предсказанием покончено, предсказание стало бессмыслицей, да-да-да. Ну что, Фусюань, как оно там? Такие незначительные выборы не отразятся на неизбежном. Ну чё, как оно там? Этот взгляд, ребят. А если я еще не убила тебя, то могу показать тебе истинную природу судьбы. Так, как твой человеческий мозг может ее осознать. Да, новые иллюзии.
Ладно, погнали. Тогда следуй за мной. Не, ну тут какая-то маленькость решила быкануть. Ладно. Ладно, поехали. Это похоже на снова лабиринт. Я надеюсь, что нет. А, чего это? Это место, которое комиссия по предсказаниям называет первооткрывателем. Нет! Это игра-песочница, которую прорицатели сделали для симуляции будущих путей и тренировки ума. Ну зачем Верховная Провидица привела нас сюда? Я даже знать не хочу. Все, ребят, давайте, я ливаю. А, на такое я сегодня не подписывался. Так... Получается, здесь ты покажешь нам истинную природу судьбы, да? А все верно. Теперь слушай, Химе. Если ты поместишь изобретение в этот маленький лабиринт и дашь ему команду, то оно найдет точный выход с учетом продиктованных тобой условий. Но разве не то же делают люди, следуя по пути судьбы? Ты, должно быть, думаешь, люди не машины. Во вселенной всегда есть больше одного пути. Я сейчас думаю, зачем я на это подписался. Так что Фусюань это уже не работает. Фусюк! Ну хуже то маленькость. Но люди не машины, да. Но мы и есть машины. Сложные, причудливые, но машины. И где-то судья из комиссии, та десятивладык, у которой тело прям кибернетическое, она такая, ну да, мы машины, да-да-да. Мы точно изобретение в этом лабиринте. У нас нет другого выбора. Мы можем только следовать по пути, который приведет нас к нашему назначению. Давай начнем. Приведи изобретение к выходу. Покажи мне, сколько выбора судьбы... Сколько выбора судьба оставила тебе. У меня чувство, что мы пляшем под дудку Хилиоби. У меня тоже. У меня тоже такое же чувство. Ладно, давайте начинать. Давай начнем. Да-да-да, что ж. Смотри внимательно. Но нам нужно то же самое, да? А сколько у нас тут ходов, простите? И оно работает так же, да? Тоже 4 хода. Ладно, поехали. Сейчас будем смотреть. Это тестовый забег. Не обращайте внимания. Это был лишь тестовый забег. Угу. Подождите, а как нам ее туда-то повернуть? Подождите, я что-то сейчас приуныл. Ну-ка, подождите. Стойте, оно как поедет? Обнаружено препятствие. Ага, и оно никуда оттуда пон. Включи логику. Какую логику? Алло? Нет у нас такого. А, подождите. Ладно. Какую, блин, логику? Нет ее. Не было никогда. Какой ужас. Не сдавите меня больше на вот эти ваши вечеринки, если там есть вот это. А, получилось. Ну и что мы ей доказали? Она и сказала, что ну так и будет. Отлично. Твой выбор — это то, что определило предвидение. Знаешь, что с самого начала существовал один единственный ответ на загадку. Так же, как и у судьбы, есть только один путь. Это ужас. Так это ж твоя головоломка. Да. А для этой головоломки выбор любого другого пути будет бессмысленной ошибкой. Там снова Ютуб шалит. Ну, ребята, я уже не знаю, что с Ютубом делать, хоть на Твич переезжай полностью. Но Вселенная не чья-то игра.
Никто не создает головоломки, чтобы мы их решали. У Вселенной нет одного единственного решения. Мы можем делать, что хотим, пока находимся в ней. Фига себе, там у Цинцюэ философ проснулся внутренний. Даже если это одна и та же ежедневная работа, я могу спрятаться в библиотеке и читать книгу, или найти кого-нибудь для игры в Небесный Нефрит. Это свобода. Тут даже нет, ребята, варианта работать. Здесь даже у нее нет даже варианта просто работать на работе. Никогда бы не подумала, что отлынивание от работы убедит меня в чем-нибудь. Это признак настоящего ученого, прорицателя комиссии по предсказаниям. Причем безработная философия подтянулась к чату, да. Шаншан, проснись. Лентяй Хелиобе пытается забраться тебе в голову. Цинтиоэ, Цинтиоэ. А для тебя может казаться, что в жизни бесчисленное число выборов. Потому что твой выбор — это просто разные способы прохлаждаться и тратить время. У них нет последствий. Но для меня выбор связан с очень реальными последствиями. Не, это самая праведческая вещь из всех, что вы сказали. У меня, как у Верховной Провидицы Лофу, есть ответственность. Я должна прочесывать сложные потоки судьбы день за днем. И все ради сохранения этого огромного корабля. Некоторые пути выглядят многообещающими, но они ведут только в бездну отчаяния. А есть небольшие тропки, которые погружают в немыслимую тьму. А в конце... Я поняла, что у нас нет реального выбора. А есть только один путь, по которому мы можем следовать. Только одно самое лучшее решение. Даже если оно устлано пеплом и сожалениями. Есть только один путь. Он всегда был... Только один. Угу. И что же нам делать? Не похоже, что мы можем ее убедить. Можно еще раз ей навалять? У меня есть предложение. А может попробуем более сложную песочницу? Сансук. Ой, Цинцюэ. Вот хочешь более сложную песочницу? А вот если тебе так хочется, то пробуй ее, пожалуйста, сама. Если хочешь продолжать играть в эту игру и испробовать различные трюки, я с радостью с тобой поиграю, но нет. Ну хоть ты, Фусюань, хоть ты могла бы отказаться. Какой ужас. Госпожа Цинцюэ? Используй свою свободу воли, чтобы вывести изобретение из песочницы. Давай, Цинцюэ, давай вперед. Ты предложила, ты давай. Я подожду, посижу. Так, Цинцюэ, давай. Работай. Дело за малым. Угу. Блин, ну тут не хватит. А, в смысле не хватит, здесь 5 же ходов, а я на 4 рассчитывал. Путь слегка изменился, но это было просто. Уверена, что Верховная Провидица скажет... Так, Цинцюэ, не надо. За твои слова, а потом в итоге я отвечаю. Мне хватило. У судьбы есть только один путь. Ваши выборы всего лишь предопределенное решение головоломки. Ну да, ну да. Я вот яркое доказательство того, что... Да, можно постараться решить все по-другому. Много часов можно втыкать в одно и то же. Я думаю, я не смогу с этим согласиться.
Верховная провидица, давайте откатим песочницу к началу и попробуем еще раз. Еще раз? Повторить все заново, точно так же, как было? Можете попробовать миллионы раз, и через миллионы раз... А все будет обречено на одну судьбу. Потому что есть только один путь. О-о-о. Неужто нам сейчас нужно будет найти другой вариант? А я знаю, о чем ты думаешь, Тэнтюэ. Ты интересный человек. Тэнтюэ, я подумала и сделала расчеты этой головоломки. У нее действительно только одно решение. Если даже Гуй говорит, мне-то куда с ней тягаться? Этот лабиринт создал на всполох. Бесполезно. Здесь нет других решений. Пока мы играем в так называемую игру судьбы, нам не выиграть. Но только если не передвинуть вот эту штуку, не изменить сам лабиринт. Нет, есть еще один выбор. Всегда должен быть еще один выбор. А мы не можем эти штуки передвинуть случаем. Химе, скорее скажи что-нибудь убедительное. Я понимаю, о чем она говорит, если мы можем просто пойти и передвинуть блоки. Чтобы она офигела от такой дерзости и да. Готовы начать? Конечно же, есть еще одно решение для песочницы. Химе, послушай меня. Ну, передвинуть, да, блоки? Вы же все поможете, верно? Ну, конечно. Госпожа Цинтюэ, я не знаю, как ты планируешь решить эту головоломку, но я буду помогать до самого конца. А других вариантов я не вижу. Я с вами. Уверена, что госпожа Цинтюэ... У госпожи Цинтюэ есть козырь в рукаве. Если мы можем помочь, я с вами. Мне нужно всего два человека на мой план. Так, это то, о чем я думаю, или нет? Похоже, одержимая всполохом госпожа Верховная Провидица гневается сильнее обычного. Лучше сейчас ее не беспокоить. А, да... А, ну и ладно, ребята, у нас как бы по времени-то все. На сегодня как раз пора стрим-то заканчивать. Ух, все. Это мы, пожалуй, оставим на завтра. На сегодня с меня хватило. Завтра в то же время встречаемся и пробуем дальше дотыгать вот этот вот ужас. Не то чтобы мне прям очень сильно хотелось, но выбора большого у меня нету. Так, ребята, на этом все. Спасибо большое всем за просмотр. Пока.